Всем привет! Вы на канале Экзохобби. Сегодня я хочу вам показать, как у нас чифика в центре города, в Праге, в столице. Вот прямо вот в центре города вот можно встретить цапли. Вот недалеко от моего дома скажет такая вот чучушка. И вот прямо на этой речушке сидит цапля. Тут на этой речке голове есть окуни, там плотва, и довольно несложно, мне кажется, для цапли поймать. Он там сидит. Вот. Вот так вот здесь вот дорога, машина ездит. А она вот здесь вот так не боится. Сидит и ловит рыбу. Сейчас попробуем подойти поближе, наверное, она улетит. Но... Может и нет. Нет, ребят, смотрите, я прям подошел, не знаю, наверное, между мной и цаплей метра 3 или 4. И вот она не улетает. Вот она сидит. Посмотрела на меня, вон там головли плескаются, которых она, наверное, ловит. Ну, и вот так вот. Всем спасибо за просмотр и всем пока.